Всем привет, меня зовут Дима. Я нахожусь на одной из площадки транспортной компании, которая находится в Калифорнии. У нас сейчас на обзоре Honda Accord 2018 года в комплектации EXL, которая будет отправляться из порта Лос-Анджелеса в порт Владивосток и потом будет отправляться клиенту в Сибирь. Привет, здесь немножко темно, склад крытый. Вот твой Accord. Сейчас поднимут его форклифтом. Очень плохо что-то здесь видно. Машина по кругу вся ровная, целая, нет порога. That's fine, thank you. Снизу мы имеем защиту, тут замят фильтр, поцарапан подрамник, но он ровный. Вот эта планка, она немного кривая. А, здесь радар есть. Крышка. Так, радиатор нижний замят немножко, но я думаю, он будет работать. Радар стоит на месте, тоже зажат, правда, немножко. Решетка. Thank you, Jose. Yes, thank you. Я не знаю, как тут так получилось, но лобовое разбито. Все выглядит вот таким вот образом. Машина с открытыми окнами. Сейчас попросим Хосе бустер, если она не заведется. А она не заведется, да. А лобовое, к сожалению, разбито. На капоте спереди пленка. На крыльях спереди пленка защитная. Видимо, владелец любил свою очень машину. Спокойно завелась. Работает аварийка. Фары работают. Поверку все в порядке. Окна все закрыли. Так. Thank you. Так. Это тормоза так нажимаются, не очень хорошо. Кондиционер работает. Пробег 36 тысяч миль. Автосвет включен дальний. Так, люк надо закрыть. Проверим, закрывается ли люк. Да, люк работает. Все в порядке. Люк сейчас закроем. А что это он так закрывается неправильно? Или это он так закрылся? А, не, нормально закрылся. По салону. Потолок нужен по-любому. Новый этот восстанавливать нет смысла. Он слишком сильно порват. Ну, он просто в дрова. Машина, ну, грязная, потому что в Калифорнии все грязные машины. Память сидений, передние с автоматические, регулировка зеркал, электросидения с поясничной поддержкой. Это что такое? О, тут надо пароль ввести будет. Не работает мафон. Так. Бардачки у нас тут пусто. Камера включается. А, едет машина вперед-назад. Чисто. Переключается, едет все нормально. Так, свет давайте включим. Вот и ничего не видно. Подогрев передних сидений, кстати, в трех положениях есть. В бардачке у нас
ничего нету. А безопасность сработала только лишь по потолку. Посмотрим сиденье. Снимем вот эту накидку. Так. Электроприводное сиденье здесь что-то пролили. Когда на что-то наехали. Сиденье не сработало. Все отлично. Сиденье хорошее. В отличном состоянии. В принципе, как и это. Автомобиль пришел с одним ключом. Вторым ключом. То есть нужен еще ключ с циферкой 1. Ключ черный. Так. Задний диск, кстати, тоже вообще ужасный. Просто ужаснейший. Хоть он целый, но я не знаю, где он ездил, почем он ездил. Но это просто какая-то... Диски просто ужасные. Внутри мы имеем защиту капота. Ковриков сзади нету. От книжки только лишь сама книжка. Сзади просто дефлекторы. Ну все. Посмотрим, что у нас в багажнике. Freedom Honda. О, ёлы-палы. Защита нижняя, но она вся поцарапанная. Но она целая. Ой, что тут только не лежит. Да попросим у них емкость. Берем мусор. А, ничего здесь нету. Есть только запасной. Ну, докатка. А, очки какие-то лежат. Дешевые. Так, докатка. И все. Никаких ключей, ничего нет в машине. В машине много мусора. Очень много мусора. Этот диск вот единственный целый. Мотор работает хорошо. Отлично, я бы даже так сказал. Автомобиль полностью целый. Электропривод также пассажирского сидения. Моторчик нормально работает. Заглушим машину. Также здесь, кстати, система прикраш-систем имеется. Так, стояла на авто. Ну, когда машину сделают, она будет как новая. Здесь царапка есть какая-то. И здесь вот из-за вот этой ерунды тоже царапина. Блин, болталась долго, продрала дверку. Вот это сполируется. Это, ну, почти тоже, думаю. Это, не знаю, нет, вот эти две не сполируются. Здесь какая-то притертость на дверке. И здесь тоже. Ну да, дверку придется красить. Да. Порог левый нужен. Он у дилеров цвет продается, сразу окрашенный. Лобовое разбитое. Как так получилось, не ясно. Видимо, камешек попал куда-то. Вот мы здесь находимся на площадке в Калифорнии, где хранятся наши автомобили перед отправкой. Надо крышку. Крышку положим в машину. Крышка есть, радар есть, но лобового нету, к сожалению. Да, если слева дверки снизу и одна посильнее косвенная. А так в целом нормальный аккорд. Камеры. Камеры здесь нету. Странно. XL, а камеры нету. Крышка. Без нагара. Ой, вольта завели. Вольта завели. Еще одну очередную машину нашу. Пойдем ее тоже осмотрим. Масло в моторе есть, черное, надо будет менять. В целом, по переду неплохое состояние. Чувствует крепко. Ничего нигде не болтается. Решетка есть, но она, правда, немного, ну, криво стоит из-за того, что бампер все-таки заломан. Здесь есть спокойно вот эта штука, крепеж под фарник. Боковой целый.
Вот здесь вот отбойник нормальный. Противотуманку я хотел посмотреть. Непонятно, что с противотуманкой. Ну, по крайней мере, крепежа вот этого под противотуманку нет. Машина на ходу заводится и едет. Здесь мы имеем сломанные ушки. Подфарник нужен. Сама фара нормальная. И этот крепеж нормальный. Ну, подкрылок, защита, бампер, противотуманка. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился данный видеоролик, ставим лайки, подписываемся, комментируем. В аккорде убрались. Выбросили весь мусор из багажника. Теперь он весь чист и свеж. Что он нашел? Тейп нашел, отлично. Непонятно, что это такое. Ну, по крайней мере, она чистая. Не провоняет ничего уже. Так что, если кто покупает в Калифорнии, хочет такой же сервис, you're welcome. Вот, кстати, зеркало также зафиксировали, чтобы оно больше не царапало дверку. Хоть она уже и есть, имеет какие-то следы царапин, но чтобы дальше ничего не повреждалось. Вот так вот выглядит наш красавец, Аккорд. Redneck Nation.